Я надеюсь, что Стивен продолжит свои исследования в области контркультуры Советского Союза и теперь России, потому что действительно у кого-то может быть создается иллюзия, что что-то радикально изменилось. Мы понимаем, по-прежнему песню поет Иосиф Давыдович Кобзон в основном. От изменения названия страны смысл не меняется, да? В каких-то аспектах. Без каких-то. Вот, поэтому у нас есть как бы такая некоторая заминка в отношении того, что теперь со всем этим наследием делать. Архивировать, превратить в музейный какой-то продукт, или все-таки действительно находиться постоянно в обостренном состоянии и пытаться каким-то образом сохранять вот эту чувствительность, что все-таки люди на самом деле рисковали свободой. Просто, о, ребята танцевали, пластинки записывали. Это действительно была очень серьезная борьба, которая пришла на смену той борьбе за свободу, которую вели диссиденты.